же эти проклятые техно-жрецы? Готов к бою. Мы только закончим молитву духу машины. Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Начинаю строительство. Это займет пару секунд. Так точно! Во имя императора! Сэр! Да, сэр! Вы получите это! Мы прикроем наших солдат! Готовы и ждем приказа, сэр! Где мы нужны, сэр? Позиция подтверждена, сэр! Сэр! Да, сэр! Все в порядке, сэр! Служба — мой долг! Захватить цель! Как угодно, да будет так. Как угодно, да будет так. Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Это займет пару секунд. Захватить легко, но сохранить сложно. Так точно, во имя императора. Вы получите это. Сэр! Да, сэр! Захватить цель! Счастлив, что вам понадобились мои навыки. Начинаю строительство. Так точно! Точка захвачена! Какие приказания? Вы получите это! Сэр! Да, сэр! Вы слышали? Марш! Где мы нужны, сэр? Точка захвачена! Мы прикроем наших солдат! Какие приказания? Позиция подтверждена, сэр. Где мы нужны, сэр? Где мы нужны, сэр? Ожидаю дальнейших приказов. Выполняю приказ. Сэр! Да, сэр! Я счастлив, и это все, что вам понадобились мои навыки. Ох, вы бросили вызов моим знаниям. Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Начинаю строительство. Если такова воля императора! Если такова воля императора! Если такова воля императора! Точка захвачена! Какие приказания? Захватить любой ценой!
Мы прикроем наших солдат. Передислоцируемся. Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Я готов к службе. Ах, вы бросили вызов моим знаниям. Могу я начать? Могу я начать? Исполняю. Исполняю. Ах, вы бросили вызов моим знаниям. Сэр! Да, сэр! Захватить любой ценой! Я жду приказа! Настоящий слуга никогда не сомневается! Во имя императора мы победим! И это все, что они могут! Готов к бою, сэр! Готовы и ждем приказа, сэр! Это займет пару секунд. Каков приказ? Готовы и ждем приказа, сэр. Служба мой долг. Готовы и ждем приказа, сэр. Меняем огневую позицию. Где мы нужны, сэр? Я буду последним. Вызывали, сэр? Кого они увидят? Так точно! Во имя императора! Вызывали, сэр? Вызывали, сэр? Сэр! Да, сэр! Ах, зов битвы! Я давно хотел служить под вашим командованием, сэр. Сэр! Да, сэр! Если такова воля императора, во имя императора начат мы победим! Отсчет времени до победы. Пост принял, сэр! Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Начинаю строительство. По нам открыт огонь! Каков приказ? Шесть минут до победы в режиме «Царь горы». Готов к бою, сэр! Исполняю! Как угодно! Да будет так! Я позабочусь об этом! Повелитель! Как угодно! Да будет так!
Я обладаю навыками, которые помогут решить задачу. В атаку! 5 минут до победы в режиме «Царь горы». Если такова воля императора! Служба — мой долг! Каков приказ? Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Я давно хотел служить под вашим командованием, да, сэр. Могу я начать? Вызывали, сэр? Вызывали, сэр? Четыре минуты до победы в режиме «Царь горы». Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Как угодно, да будет так. Готов к бою, сэр. Вызывали, сэр? Они научатся меня бояться. У нас раненые! Исполняю. Я ослаблю боль машины. 3 минуты до победы в режиме «Царь горы». Для ремонта потребуется. Могу время. Я начать? Исполняю. Пошел, пошел, пошел. Для ремонта потребуется 2 минуты время. До победы в режиме «Царь горы». У нас раненые! Для ремонта потребуется время. Я ослаблю боль машины. Вызывали, сэр? Могу я начать? Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Исполняю. Одна минута до победы в режиме «Царь горы». Тридцать секунд до победы в режиме «Царь горы».
По нам открыт огонь! Исполняю. Ах, вы бросили вызов моим знаниям. Пост принял, сэр! Если такова воля императора! Космодесант! У нас раненые! Нам придется нелегко! Пост принял, сэр! Исполняю. Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Я позабочусь об этом, повелитель. Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Служба мой долг. Все в порядке, сэр. Каков приказ? Захватить любой ценой. Если такова воля императора. Исполняю. Это займет пару секунд. Конечно. Точка захвачена! Исполняю. Какие приказания? Ах, вы бросили вызов моим знаниям. Захватить легко, но сохранить сложно. Я счастлив, во имя императора, что мы победим. Понадобились мои навыки. Сэр! Да, сэр! Захватить любой ценой! По нам открыт огонь! Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Исполняю! Если такова воля императора! Так точно! Во имя императора! Как угодно! Да будет так! Если такова воля императора! Служба мой долг! Все в порядке, сэр!
Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Исполняя, храню секреты машины. Ох, вы бросили вызов моим знаниям. Счастлив, что вам понадобились мои навыки. Я обладаю навыками, которые помогут решить задачу. Да будет так. Начинаю строительство. Мы сделали это, сэр. Я позабочусь об этом, повелитель. Сэр, да, сэр. Вы получите это! Если такова воля императора, служба мой долг! Каков приказ? У нас раненые! Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Начинаю строительство. Во имя императора мы победим! Каков приказ? Горд служить империи, сэр! Это займет пару секунд. Начинаю строительство. Могу я начать? Это займет пару секунд. Точка захвачена. Какие приказания? Исполняю. Ох, вы бросили вызов моим знаниям. Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Если такова воля императора, исполняю ваш приказ, сэр. Исполняю. Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Каков приказ? Каков приказ? Вам нужна артиллерия! Так точно! Во имя императора! Исполняю. Ох, вы бросили вызов моим знаниям. Это займет пару секунд. Если такова воля императора. Это займет пару секунд. Ох.
Ах, вы бросили вызов моим знаниям. Так точно! Во имя императора! Ожидаю дальнейших приказов! Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Осторожно! Они приближаются! Исполняю. Я ослаблю боль машины. Я ослаблю боль машины. Прости меня, мой император. Я подвел тебя. Вызывали, сэр? Вот он, ребята! Миг славы! Исполняю. Я храню секреты машины. Начинаю строительство. Готов к бою, сэр. Исполняю. Начинаю строительство. Исполняю. Исполняю.
Для ремонта потребуется время. Кавалерия прибыла! Начинаю строительство. Вызывали, сэр? Могу я начать? Вызывали, сэр? Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Кавалерия прибыла! Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Как угодно, да будет так. Могу я начать? Готовы обрушить на них всю мощь 11 стволов! У нас раненые! У Империи! В атаку! Во славу Империи! В атаку! За Императора! Во славу Империи! В атаку! В атаку! По нам открыт огонь! Исполняю. Готов к бою, сэр. Я сам за этим прослежу, сэр. Из уст императора в мои уши, сэр. Я сам за этим прослежу, сэр.
Ударная сила гвардейцев готова к бою! Готовы выиграть войну, сэр! Выполняю приказ! По нам открыт огонь! В атаку! Снижайте их строй! Снижайте их строй! По нам открыт огонь! Я счастлив, что вам понадобились мои навыки! Где огневая поддержка? За императора! Быстро! Я позабочусь об этом, повелитель. Готовы выиграть войну, сэр! Как угодно, да будет так. Начинаю строительство. Готов к бою. Пост принял, сэр! Огромный боевой опыт кровавых воронов предсказывал им, что главную ставку нужно делать на скорость и мобильность.
Командор Боррель, ученик знаменитого командора Ангелоса, всегда предпочитал по минимуму использовать стационарные защитные системы. В результате космодесантники не стали строить развитой штаб. Вместо этого над Кауравой-2 несколько полнокровных рот были готовы к орбитальному десантированию в любую точку, включая резиденцию кровавых воронов. В случае появления врага посадочные капсулы должны были упасть в окрестности штаба космодесанта железным дождем, несущим опытных бойцов и мощных боевых роботов. Командор Боррель был уверен в своем плане. Какая атака могла сломить такую резкую и разрушительную защиту? К тому же его главным оружием был сам факт превосходства космодесантников над всеми остальными. Командор Боррель, внутри нашего защитного периметра находятся силы противника. Где именно? В южной части. Но они передвигаются, их точное местоположение в данный момент неизвестно. Братья по оружию, нам нельзя терять ни секунды. Враг вплотную подобрался к космодесанту. Мы знаем, что мы должны делать. Биться, как подобает кровавым воронам, как подобает космодесанту. Биться во имя Императора. А если нам будет суждено погибнуть, то мы погибнем с честью, как герои. Но мы не погибнем, нет. Сегодня наш враг должен почувствовать горечь поражения, ощутить запах смерти. Как вы знаете, большинство братьев сейчас на орбите. Они готовы к десантированию. При проектировании нашего защитного периметра мы предполагали, что враг может быть настолько храбр и настолько глуп. Благодаря большому количеству маяков, мы можем производить множественные, неожиданные и разрушительные орбитальные удары. Кодекс Астартес, это называется «Стальной дождь». Мы обрушимся на наших врагов и сокрушим их. Никто не останется в живых. А в это время наши наземные силы обеспечат безопасность нашего штаба. Мы космодесант, и мы гнев Императора. Отряды.